Всем привет, с вами Селиванс Екатерина. Сегодня я вам расскажу, как монетизировать свой YouTube и Instagram. В YouTube есть автоматическая монетизация. Как она включается? Очень просто. Именно с компьютера, не с телефона. Заходите на сайт youtube.com, делаете вход по своему паролю, да? А логин у вас это e-mail, когда вы регистрировали свой YouTube, gmail.com. И там заходите просто в настройки, слово «монетизация» и включаете ее. Здесь ничего сложного нет, там никакие уроки, поэтому не надо смотреть. Там все написано по-русски, и все там окей, продолжите, ничего сложного нет. Ну и ввести номер своей карты, куда перечислять вам деньги, естественно. Когда можно включить эту монетизацию? На канале должно быть 4000 просмотров, да, часов. И 100 подписчиков. Но это вообще не проблема, если у вас этого нет. Это можно докрутить за копейки, примерно даже около 300 рублей это будет стоить. Есть специальные сервисы для этого, если вы хотите включить монетизацию побыстрее. Но это можно сделать и за 2 дня самому бесплатно все, просто выложив видео с хэштегами. Потому что без них вас никто не найдет. У вас и так наберутся куча подписчиков, даже несколько тысяч наберется за пару недель, за неделю, если вы будете что-то выкладывать. Обучающее какое-то видео, обзор чего-то там, куда-то поехали, сделали обзор, куда-то пошли. Все, что угодно, люди смотрят. Даже сами знаете, что чем тупее видео, тем больше просмотров чаще всего. И что только не смотрят. Игры смотрят. Как скачать ВКонтакте в телефоне Android, например, даже такие видео, десятки тысяч просмотров. Поэтому даже выложив какие-то подобные пару видосов, вы уже это все наберете. Да? Можете прям набирать в поиске то, что смотрится людьми. Вот хорошо идут, я заметила, по Android, именно не по iPhone, а по Android, по телефону разные обучающие видео простые. Как включить то, как включить все, скачать там приложение какое-то, обзор, да, это все можно за 1 минуту снять тут же прямо в телефоне и выложить. Для Android программа AZ Recorder, это демонстрация экрана, вот, она бесплатная. Значит, у меня, например, лучше всего пошло видео, как я выучила английский язык, там всего я 4 сайта показываю, на которых я просто изучала, но ресурсы, где я выучила язык. Чужой фильм скачала, на него тоже очень много начислилось денег. YouTube может приносить вам от 100 до 300 тысяч рублей в месяц, примерно доход за просмотр. YouTube сам платит за просмотр, и ничего для этого дополнительно делать не надо. Чужую музыку в видео нельзя. Вот, удалят ваше видео, либо ограничат его там к монетизации. В Инстаграме нет автоматической монетизации. Там есть продажа, самостоятельная продажа курсов через сторис, рекламу, вот, которую вы размещаете на самом аккаунте через посты свои, курсов, консультаций, услуг, товаров, да, на самом аккаунте. И если у вас уже от 1000 подписчиков набралось на Инстаграме, то есть бесплатные биржи, где вы выкладываете, что на вашем аккаунте вы разместите, готовы за деньги разместить рекламу, но у вас должен быть живой аккаунт, соответственно, должны быть какие-то просмотры, лайки там людей. И начинаются цены от 300-500 рублей за, например, публикацию в сторис или за пост, да, но если вы блогер-миллионник уже, то там они берут за каждый там пост рекламный там 150-250 тысяч рублей. То есть цены варьируются. Если у вас подписчиков там 10 тысяч, 50 тысяч, это уже хорошо, вы можете уже за другие деньги выставлять рекламу, а не за 500 рублей, естественно. Надеюсь, видео было вам полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.